Короче, всем приветик, ребята. Это новый влог. Не знаю, какой по счету, но он точно новый, потому что давно ничего не выкладывал. Что у нас есть? Есть машина. Элантра. Такая машиночка 18 года. Она у нас на газу стоит. ГАЗ. Магнитола. Автомат. Права получил совсем недавно. Получил их в феврале месяце 23 года. Соответственно, да. Вот такой вот у меня стаж вождения. Ну, опять же, стаж вождения машины у меня нет, если что. Парктрометр на месте, как бы. Считаю, что все было хорошо, как говорится. И все как полагается. Делаем с поворотничком выезд. С парковочки. И едем. Ну, как полагается, пристегнуться, ребята, самое главное. Ехали быстро, пробок никаких не было. По всему городу, правда, сейчас дороги переделают, но да. Так. По дороге. Блин, сейчас запрещено ездить с видеорегистратором. Я постараюсь свой голос перебить какими-то вставками города, потому что я понимаю, что будет достаточно скучно все время наблюдать за мной. Но видеорегистраторы сейчас запрещены во время военного положения. Соответственно, пока что смотрите на меня. Я думал, что я Киев вообще в целом знаю. Как оказалось, что Киев для меня совсем не знакомый город, потому что я просто езжу, удивляюсь, столько новых мест. Я уже просто горю желанием посетить эти все места, которые я себе записал, которые я все приезжал просто на машине. Киев достаточно большой город, понимаете, что здесь живет около 3 миллионов населения. Так. Ты, блин, мотоциклист стал на своем мопеде. Так неудобно.